Нырочек более резкий, а? Нырок резкий. Да, и веревочку потом сейчас сам подойдешь и опустишь чуть-чуть веревку, чтобы чуть-чуть было даже ниже. А то эта веревка высоковатая, раз в стойке стоишь, давай. И опустил чуть-чуть веревку, да? На 10 сантиметров чуть-чуть. Раз. Хорош, хорош, хорош. Все, пробуй сейчас на такой низкой веревке назад. Сейчас руки не столь важны. Сейчас вперед-назад челнок и резкий уход. Руки это в самую последнюю очередь. Сейчас мы ноги тренируем. Во, молодец, как, смотри, как красиво. Пах, смотри, как резко. Ну, красавец же, да? Просто сегодня подарок просто делаешь. Молодец. Отлично, отлично. Двигай, двигай, двигай. Да, ой, красавец, молодец. И стоечка такая под 45, молодец. И корпус, и ноги. Ноги, корпус вместе. Они отдельно не работают.